Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smother Rage, все как всегда. И, как ты понял по названию по ролика, я решил продать все свое имущество. А как это было и зачем, вы узнаете дальше в ролике. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. С чего начать? Давайте начнем с того, что так конкретно мне все надоело. Мне надоела одежда, в чем я хожу, мне надоели тачки, на каких я езжу. Мне надоело, если глобально, вообще вся смотра. Ведь здесь нечего делать, просто берешь, покупаешь тачки. Если ты хочешь еще чем-то заняться, максимум, что ты можешь сделать, это пойти в банду. Если тебе бандосы не нравятся, все, что ты можешь делать, это стоять на ИКХ и перепродавать тачки. Реально. И мне это все надоело, я решил слить половину своего автопарка без номеров. Спойлеры. Многие подумают, что я номера продаю. Нет, пока что. Пока что не продаю, но если у вас будут хорошие предложения, то могу продать. Комплектом, не поштучно, именно комплектом. Поэтому, да, у меня была одежда, которую я выбил из Battle Pass в прошлых роликах. Также у меня была куча автомобилей еще с 20-го, с 21-го года, на которых я езжу. Я решил их все продать. А как это было? Как я продавал одежду, автомобили? А, кстати, я дом свой продал. Ну, квартиру. Ну, почти. Но по факту продал. Поэтому, как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Так, ребят, есть идея сделать хуйню, а именно поменять квартиру. У меня сейчас квартира на 7 мест, 12 лямов стоит. Как бы на налогах еще 400 тысяч лежит, все как бы нормально. Но у меня то 14 автомобилей. Хотя это глубоко ситуацию не спасет, потому что 13 всего у меня будет мест, 12 на КВ и 1 обычное, да. Но я хочу ее продать в гос и сделать максимальное количество мест на 12. Раньше это можно было делать спокойно, потом ввели систему с токенами и типа было опасно. Но теперь, как только ты продаешь свой дом, у тебя сразу появляется токен на 1 час. Я решил переспросить это от администрации, типа, все ли нормально, можно ли так делать. И их ответ: да, можете сразу купить, главное, чтобы метка не забаговалась. Такое я еще не слышал. Теперь есть большой риск того, что мы сейчас просто сольем дом, метка пропадет для тебя, а для других будет, и ты проебешь бабки. Так, ребят, я перезашел на всякий случай, денег должно по идее хватить. Моя квартира, баланс налоги, снимаем 400 тысяч. До этого у меня был налог 50 тысяч рублей в сутки, но сейчас чувствую будет 1100, а может 120, не помню сколько. А, ну да, 100 тысяч. Два раза больше. Ну ладно, один бизнес чисто нам будет оплачивать квартиру. А, продать это жилье? Да, продать. Метка не забагалась, уже приятно, 12 мест. А, создать квартиру. 19500 ушло. Но теперь у нас есть квартира на 12 мест, которую можно продать где-то за 25. Так, пацаны, мы на линии грандиозных перемен. 133 тысячи штрафов. Ну нахер этот Верон. 133 500, да? Погнали. Ну что, ребят, у Харцена сейчас берем один домик на одно место. Да, блять, что происходит? Опа, достижение. Все, спасибо. Сейчас я, короче, тачки попродаю. Так, еще нам надо, у нас ровно 14 мест, теперь надо еще одно место, потому что мы же номера будем снимать. Поэтому надо еще одно место тырнуть у Сивичника. Камцумонен, добрый день, добрый вечер, и как там говорится. На базу, сюда, сюда. На. Так, и теперь поехали покупать джигу и продавать наши тачки. А Диабло-то хороша, и я ее даже бы не продавал, если бы разработчики добавили нормальную модельку со стандартным как бы спойлером и наклейка вот здесь СВ. Но так как им пофиг, ну и мне пофиг, поэтому он отправляется на продажу. А мы покупаем копеечку для перевеса номером.
И какой нам номер выпал? КВН-77488. Ну, пойдет. Так, пацаны, немножечко заспамил объявлениями. Это что, 6 на 210 тысяч я только что всрал. Ровно на то, чтобы опубликовать все свои автомобили. Блять, я 92 фотку не добавил. Так, пацаны, приехал покупатель под ником Дрейчик. Сначала снимаем номер с кабана на Жигу. 3 ляма я потрачу, чтобы снять номера. И 3 ляма, чтобы поставить. 6 лямов просто в никуда. Тупо месячный. Два бизнеса. Приложение обмена. W140. Кабан. 4 миллиона. О. Сюда. Все. Спасибо, погнали. Так, второй номер это OTA-365-47 и E-92. Погнали, 500 тысяч еще. Ну, куда же нам деньги тратить? Что я хотел сказать, прикольно будет, если я куплю жику с автосалона, а там будет full blood. И я такой, тут цена на автомобиль поднялась, там где-то на лямчик, как бы. Конечно, хотел я хотя бы половину автомобилей продать, но продал только один кабан. Короче, пацаны... продаем тачку, вот сейчас удивитесь какую, это E34, я не планировал продавать. На Project C говорит, мне нужен вот этот номер, и мы долго не могли сойтись по цене. Все, спасибо, давай, удачи. Долго не могли сойтись по цене, потому что ему нужен номер, мне в принципе он не нужен, он в принципе говно, он ему нужен. Я ему предложил, типа, не хотел навариваться и... делать из этого что-то важное. Дал просто лям с Е34, я думаю, нормально. Так, пацаны, без 22. Я сонный, уже хотел идти спать. Но мне чел написал, давай я куплю у тебя импалу. Я такой, ну давай. И в последний момент понял, что у нее забит багажник на спирт. А спирта-то нихуя себе. 40 бутылок по 5000. 200к на ровном месте, ебать. Короче, что мы сейчас делаем? Мы сейчас едем... по классике зажигай на ИКХ, меняем номер и продаем. Погнали. Как хорошо ночью на ИКХ, текстуры не пропадают, людей мало, прям балдеж. Импала копейка, кстати, Нео 216 66, 500 тысяч. Пишем нашему покупателю, пусть зайдет. А в принципе вот и он стоял, это гет. А, нет, это не Геза. А может Геза, может Рафа. Да, это Геза. Это Геза. Транспорт. 7500. Развести обмен. И... Че, он забагал, что ли? Походу. Блин. Еще раз. О, все. Спасибо, давай, удачи. Так, ребята, я еще вспомнил, что кроме тачек у меня есть еще одежда, которую можно будет продать. Поэтому мы прилетаем вот сюда. А, вот. На место инвалида, конечно же, куда еще? Привет, привет. У меня все горит, я машину взрывал. О, не, мне ничего не слабо. Короче, продаем анорак и спортивки. Спортивки за трешку. Я вообще охуел, пацаны, сейчас я вам расскажу. Спортивки Stone Island. И анорак. Кофта, американка, толстовка, ветровка, анорак. Ну пусть 2 будет. Все, спасибо. Бля, кстати, сет становился, да прям вообще охуенный. Нахуй его продал? Ты насчет спортивок, так? Да. Так, спортивки один. А, какие? У меня есть 5-й, фиолетовые, есть 10-й. Черные адики. Черные, понял. Вот такие. Сейчас скажу тебе, какой номер. Там 10-й вроде. За 300 тысяч. Все, спасибо. 38-е Бейп Вайстар за 300 тысяч. Продаем пацана, который нам сказал предыдущий игрок. Я надеюсь, он не обманул. Плюс-минус так и рынок есть. Спрос есть, и то хорошо. Так, продаем отмычки. Гибу, только он мне не светится. За одну штуку 5 тысяч, у меня 5. Значит, 25к. Короче, и сахар, и дрожжи, и вода. Могу все купить у тебя. Что там говорил? Вода по 50. Сахар тоже по 50, и дрожжи по 500. Окей, давай. Может, дрожжи это дешево, но пофиг, если честно. Ебало искать. Мне кажется, блять, я только что мог скрафтить спирт. Я бы заработал намного больше, блять. Ну ладно, похер. Усел заработать, тем более мне узнал.
Металл. Все. 550. О, металл по 500, а микрочипы, вот это шестеренки, не? Не, ну шестеренки я по 300 беру. Ебать, так дешево уже. Ну да, упал рынок. Сейчас все по 300 берут, по 500 уже никто не возьмет. Про косаря вообще молчу. Ну косарь, ты что, это уже забытая тема. Это забытая все тема. Закупаются, что, все забивают инвентарь, чтобы к следующему ДПшнику типа. Ну я так и понял. Бизнесмены, блядь, в крипту влаживают. Все, тогда спасибо. Давай кидай этот корпуса. На скреб, да? Да-да-да, по-моему, все. Бля, вообще на самом деле авики, это такой дефицит. Авики? Ну да, вон он спрашивает, два авики хочет купить, я ему говорю, что дефицит. А почем вообще продают? У меня есть. Ну, блядь, я хуй знаю, все по-разному. Кто-то дешево, блядь, продает. Там 10, не знаю, за 100 тысяч по-моему. Привет. Здорово. Что-то, может, одну шмотку, я все остальное порублю. Ну, давай. Давай сразу, чтобы его этим не отпугнуть, сразу рюкзак скинем. Спортивки продать. Сколько там? 3500 мы договорились за сет Гуччи мой. Легендарный. Продать. Все получается. Окей, спасибо. Давай, удачи. Взаимно. Ебать, вот это и разделили, приехали челы на гелике, раздели. Здорово, здорово. Продаем Берусу за 300к штаны адики фиолетовые. Угу. Спасибо, удачи. Иван, это мой. Ты чё, сука? Поприходили, блядь. Я тебе сейчас ебало начищу. Ваня. Сука. Так, пацаны. 17 августа 2023 года. Почти 18 без 18 минут. Операция, продажа Уруса, который я купил еще в 2020 году. Ну, в конце 2020-го. Вроде как. Или в конце 2021-го, не помню. Но достаточно у меня долго, поэтому мне нужно перенести всю одежду отсюда и продать. Итак, мы приехали на ЕКХ и ищем мистера ОМОНа. О, вот он и стоит. Привет. А, чуть не забыл. Уже подписчики напоминают мне номера поменять. Но я бы увидел все равно. А если бы не увидел, это было бы, конечно, фиаско, братан. Где Урус? Вот. Урус, МВ3, 500к. Все поменял. Транспорт. Урус. Вот. 23 250. Все верно, продавал за 24. Так уж и быть, скинул 750 тысяч. Все, спасибо. Удачи. Приехали продавать американку за 500 тысяч, только бы еще найти, где она мне там находится. Все, спасибо, удачи. Стой души, спасибо, тебе тоже. Да, американка охуенная. Я опять жалею, что я продал, да я Короче, пацаны, будем продавать бейб 12 за 350 тысяч. Бац, бац и бац. Удачи. Так, ребят, я просто заебался продавать свои автомобили, поэтому я сегодня сделал аукцион доброй воли, если так можно назвать. Вот, аукцион щедрости. И решил слить, если Диабло и Вейрон продавал за 26 и 92, соответственно, то сегодня я буду сливать их за 90 и 24. Короче, по 2 ляма сделал скидки, что там, что там. Ну что, ребят, мы приехали на ЕКХ, конечно же, ни хера не прорисовывается. Копейка где-то наш, Вейрон пока что нет. Подожди, Диабло СВ, вот, и копеечка, 500 тысяч бат. Получается, 1, 2, 3, 4 копейки и одна украна. Охереть, я только сейчас вспомнил. Так, принять предложение, транспорт, Диабло СВ. А, кстати, 609.69, прикольно выглядит. 24 ляма, погнали. Все.
Спасибо, удачи. Давай. Я, в принципе, мог его давно еще за 25 слить, но я что-то... Мне предложили 26, двое людей, потом они слились, потом куча мне предлагали по 24 перекупы, но я им не стал сливать. Поэтому, да, 94 миллиона у нас, и... Ебать, какой нахуй... Блять, если прикол, я вот его продал, и просто в следующем обновлении добавляет лавку на него. Ебать, меня бомбанет, охуеть. Во, теперь Диабло на трех ешках, трех восьмерках, 799, буквально только-только поставили. А почему, когда его уебало, погода поменялась? Какой итог этой серии? Итог в том, что сейчас у меня на балансе 98 миллионов. И Вирон еще в продаже. Да, и Вирон это единственная тачка, которую я пока что не продал. Продал за 92 ляма. Хотя раньше это был рынок для 6 владельцев. Даже это было плюс-минус хорошо. Сейчас что-то рынок... Ну, конечно, когда я продаю тачки, ведь рынок всегда катится к нулю. Когда я на них езжу, все говорят продай, продай, я говорю, да не, я не продаю, и рынок пипец растет. Поэтому 98 лямов у меня есть, Верон продадим, купим какую-то тачку, я вот думаю, либо Чирон, либо что-то из Battle Pass эксклюзивно, который не продается в автосалоне. Ну и на остальные бабки купим других тачек под номера, я думаю, будет интересно. Может что-то разыграем, кстати, в Телеграме, ссылочка в описании. Заходите, да, давайте там сотку разыграем. Поэтому ссылка в описании, заходите, нажимайте кнопочку «Участвовать» и разыграем 100 тысяч. Или многие опять будут писать, мажор, блядь, 200 миллионов, разыгрывает там по 100 тысяч, тебе не стыдно? Нет, не стыдно. А вам не стыдно это писать? Поэтому да, у меня в принципе на этом все, вот такой вот депрессивный ролик получается. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики и новые конкурсы. Я надеюсь, YouTube опять этот видос не заблокирует, как все предыдущие. Кстати, многие пишите, блин, я в инди-ролике. А YouTube их тупо блокирует. Ему что-то не нравится, он такой сразу монетизацию обрубает. И все говорит, жди 7 дней, я сам перепроверю. Если ничего нет, тогда я добавлю монетизацию. И пиздец. Поэтому, да, нажимайте на лайкос, помогите продвинуть этот ролик в топ. Напишите любой комментарий, как тебе новый ролик. Опа. Отмечайся, если ты попал в ролик. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.